Найду, добегу. Может, блядь, не встречу их. Я, короче, промахнулся, я не на ту остановку уехал. Я посмотрел, у меня по карте самая нижняя была, а это, короче, она не самая нижняя, а примерно по центру у пляжа. О, автомат, нормально. Бля, калаш жалко-то, пиздатый был. Пихуй. Так, я ж правильно бегу? Да вроде правильно. Сейчас, блядь, в спину пули не догонит, то я смогу уехать. Так. Ты чё там? Там как, кстати, в этом Сан-Павло? Нормальная атмосфера? Слушай, типичная... Как... Ну, похоже на то, где мы бегали с самого начала. Это что ли, натовский аэропорт? М? Типа натовского аэропорта, что ли? Нет, нет, он похож типа на... Ну как называется? Ну как пригород такой, спальный район, я... Понял. Вот, нормально, нормально, нормально. Нормально. Слышишь, в принципе, нормально. Бля, у меня тупо пушка, блядь, и обойма к ней, все. А, еще на 100 патронов есть. Дай на 100 патронов не цеплю. Пригодится. Так, хайба. О, кстати. Тут о. Рядом со мной вертолет. Почти. Мне кажется, там сейчас по берегу эти два типа дойдут, блядь, и ёбнут меня. Ты успел? На кого, куда, чего? Ты переехал? Не, я бегу на другую остановку. На той остановке меня те двое ждут. Я сейчас к другой остановке бегу, которая чисто, вот, знаешь, в лесу, по дороге в Сан-Павл. Сейчас я до нее добегу, там сяду и уеду, вон, я уже, кажется, это вижу. Сан-Павл, конечно, блядь, пиздец. Ну чё, выстрелы, бунт. Вижу какую-то преграду на дороге. Вроде за зомбарями. Бля, я прям по дороге бегал, охуеть. Сейчас просто кто-нибудь на тачке. Хуя! Че, бэм! Все. Не, типа, мне кажется, на вертолет пошли. Или меня караулит. Что я вернусь со снайпой. Они, может, думают, я супер-про игрок, блядь, со снайпой и ебашу. А я ее чисто, блядь, по фану нашел. Да, вижу остановку. Нормально. Сейчас, да, я сейчас приеду, бро. Встречай меня. Вижу, вижу остановку. Я с чемоданами. Бля, слушай, здесь в тачках, по-моему, больше лута, чем, блядь, в домах. Я бить нашел. Ты уехал, не? Да, я добегаю. Сейчас приеду. Я так понимаю, у автобуса еще КД. Там подряд нельзя ездить. Потому что я когда прям следом попытался использовать, мне нихера не получилось. Да, вот сейчас я могу. Ты на какую уехал? На самую южную, да? Которую вы самая, самая нижняя, самая все, последняя. Еду туда. О, здесь миленько, кстати. Кажется, я тебя... Нет, это зомбак какой-то хоть шароебец. Так. Вечер в хату! А ты где? Че? Тут уже народ, кстати, опять смылся куда-то. Опять нет никого. Тебя че, блядь, в игре что ли даже нет? Так, я выскочил сохраниться, там хэви армора. Вот ты, бля. Че? Я тут, блядь, приехал. Пошумел. А он, блядь, вышел. И уехал.
Не, пока не уехал, но мне кажется, я близок к этому. Мне кажется, мы никого уже не встретим, потому что он онлайн просел. Так, принимай парегалу. Меня, бля. Вот так. Вот так вот. Так вот. Это где? Все. Я даже не вижу. Ты точно в Сан-Павел? Да, я тебя вижу. А, ты прям на, где-то в городе. Не где-то в городе, у меня он тебя вижу. Прыгаешь. Как умственно отсталый. Так. Сам такой, блядь. Ну да. Здесь прям спальный райончик. Если так, может, в центре что-то и клевое есть. Я говорю, что спальный район, я не знаю, нахуй тут вообще добавили. Бестолковое говно. Даже я не помню, на какой карте, помнишь, где мы бегали, блядь, там типа был типа Рич Таун такой, богатенький райончик. Помнишь, там сейчас? Это здесь, кстати. Разве? Да, это, по-моему, Hollywood Hills или что-то в этом роде. А, да-да-да, точнее, да-да-да-да-да. Да-да-да, он, нет, Hollywood Estate называется. Или оно, я не помню, ну, это на этой карте. Да-да-да, ну, нормально. Ну, да. Ну, а это чисто пригород, смотри, там, мотель в центре, какие-то домики, наверное, полицейский участок. Бля, полицейский участок найти. Бля, а есть? Должен быть, как бы. Мне кажется, в центре где-то. А мотели? Опять два мотеля, что ли? Два мотеля, нахуй два мотеля. Один мотель, второй бордель. Ха-а-а! Мог бы и хихикнуть. Мой арбуз, сука. Все. Да, что-то вообще не пойдет. Ну да, да. Ха! Ну я говорю, игроков нет. Сколько нас тут? 12 серву всего лишь. Серве. Парочку человек мы можем еще. Ну, двое, мне кажется, или к нам едут, или правда за. Тут есть Серега. Да ладно. Он, по-моему, в соседнем мотеле. Я слышу. Его, кстати, убить. Бля, что-то по звукам это, по-моему, нихуя не Серега. Креветка. Хуй знает. Может, я так понимаю, знаки. Нет. Восклицательные знаки, это может быть. Да, вижу Серегу. А это не черный? Не, обычный. А нахуй он к нам бежит? Я вообще-то его не звал. А он и не за тобой. Ебать. Хотя я, блядь, тоже не звал так-то. Был рад с тобой поиграть, Леш. Да, да. Я за скином побежал. Да, да, да. А я за тобой. О, large backpack. Тебе нужен large backpack? Да, да, да. Сейчас мне все нужно будет. За мной. Слушай, а если там, блядь, Серега, короче, значит там и нормальные шмотки какие-то есть, наверное, да? Да, 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 да. А где он есть? Со мной бежит. А ты вообще видел, где он? За мной. Не-не-не, в смысле, где он вообще базировал? Ты ну вот видел? Где ты, наверное, сейчас бегаешь, там, наверное, и базировал. Блин, странно, ну, просто. Блять. Я. Ну затрахал, Серега. Помочь тебе угостить или угостить? Помощь, да, наверное. Хотя не, я. О, заодно узнаю, что за контракт за него дают. А что, сколько его человек? Что? Что такое? Ты его ёбнул? Да нет еще. В том-то и дело. Патрон кончили. А это кто? Да это все я стрелял, блядь, патрон. Выводи на меня. Выводи на меня. Беги на меня, я тебе помогу, у меня 3 по 100. Ну давай. Ебаш. А где он есть-то? А. А долго еще? А, нет. Не, он даже не бежит, все. Давай, лутай, миссия завершена. Нихуя мне патронов надавали. О, снайпа, бери снайпу.
А, я чё, красненький? Томпсон, блядь. Рили, блядь. Хуя пиздец. Себе. Открыть весь топ-секретовые, понятно. У меня даже не маная, блядь. Пойдем, я сейчас тебе скажу, куда. Пойдем. Бля, а что это, универмаг? Он открытый? Не знаю, но он закрытый. Куда, чё? Вон там какие-то склады. Да, да, вот я хотел тебя туда позвать. Как... А ладж бэкпэк подобрал, нет? Сюда, по-моему. Тебе надо? Нам просто странно. Не быть там, давайте пошли. Вы, может, вы даже в эту сторону, могут сюда прийти. Кто их знает. Может, придут. Может, они тут придут. Поэтому надо, блядь, поаккуратнее. Эроу. Просто, блин, видишь, чем меня пугает, что... Серый ты был, как бы, от... О, смотри, здание пиздатое. Примочки какие-то быть. Видишь, что-то зомбаков мало. А здание, кстати, в стиле как на этом, на натовском аэропорту. Да, я тебе даже про него и говорил. Я хотел сюда пойти. Хотя, ну, только оно в более крутой какой-то стилистике, реально прям вот. Блин, я хотел, короче, креветку смотреть. Господи, слышишь? Ой, блядь, собака! Фу, блядь. Ты ее убил уже? Да. Ебать, она что, с двух пуль выносится? Да. Хуя себе. Бля, хоть собаку увидели. Ты не видел. Я правда на труп посмотрел, но не важно. Посмотри. Да я видел, потому что трупешник. Фу, блин, я просто так испугался, я думал это. Я думал, они как боссы. Бля, слушай, ты так прикольно выполнен туалет и все. Чего? А, братан, здесь есть игрок. Откуда ты знаешь? Здесь лежит маленький рюкзак. Ну. Ну, они просто так не валяются. Валяют. Нет. Ты, блядь, будь начеку. Ну, может, Томпсон игрок большая был? Большая атака. Нет, Томпсон и говно. О, вижу белас. Не-не-не, братан, будь начеку. Мне кажется, здесь кто-то есть. Или был. Был. Во-первых, здесь нет зомбаков. Во-вторых, здесь очень мало лута. Здесь есть третий этаж. Бля, а собака почему откуда взялась? Блять, это огнетушитель. Слышишь, что говорили? Слышь. Йо. Что? Я не знаю, откуда здесь собака, но здесь лежит маленький рюкзак. Следственно, его только недавно выкинули. Маленькие рюкзаки не лежат как в этот... лут. А кто тебе сказал, что его недавно выкинул? А когда ты выкидываешь шмотки, они пропадают через какое-то время. Поэтому мне кажется, здесь кто-то в комнатах нас может поджидать или на крыше. В каждую может комнату, быть. Блядь, надо заходить аккуратненько. А как на крышу выбраться? А, вижу. Опа, блядь. Тут лут-то долго не лежит. Пока что. Смотри, это... здесь много черных ящиков, и они уже как будто бы открыты. Мне кажется, он здесь залутал или вышел, или я говорю, ждет нас. Там ты вон там проверил? Нет, идем. Нет, нахуй, правильно. Кого нет? Мне кажется, вот в этих ящиках что-то. О, должно ебать, быть. Смотри, на кто скинул автоматы, блядь. Ну, разряженные. И вышел. А? И вышел. А ты просмотри. Он короче, он пролутал все вот эти контейнера. Ящики. В этих контейнерах патроны и пушки лежат. Я один такой находил. Ой, а чё их так много здесь? Хуй знает. А ты говоришь, что тут мало. Ну, типа, да, по идее, да, он все разрядил и вышел. Или может бегать здесь. Но мы тут не одни. Блядь, я не вижу никого. Бля, я тоже не вижу никого. Здесь кто-то есть, я говорю. Он здесь появился. Залутал. Скинул рюкзак. Сейчас скинул патроны. И он или здесь бегает, или сейчас сюда придет. И здесь пусто. И зомбаков нет. Куда пойдем?
Я хуй знает, на склад. Блять, прыгать такой, если сейчас ноги переломаю. А ты вот эту комнату проверял? Да, 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 ничего. Да, 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 да. Я спрыгнул, да. Значит, пониже тоже. Бля, просто так обоссался, когда у меня собака это вылезла. Что она? Ну, НВГ. К ночи готовы. Я думал, сейчас это. Все. Да, я думал, кстати, что она такая, знаешь, типа мини-босса. Я тоже как думал, серый. Типа мини-босса. О, слушай, тут он не был. Серый тут. М200. Чё? Снайпу нашел, М200. О, нормально. ХЗ сохранять нет, надо не буду. А чё за М200? Сам пиздата, что ли? Да я не знаю. Вроде не похоже. Как? А, нет, слушай, у меня две снайпы. Не, я пошел сохранять. Ну нахер. Теперь гвоздик кинул. Бля, прикинь, я только вошел, тут уже предмет лежит. Маузер. Беги ко мне, там ничего интересного. А ты где эти даже не... А, вижу. Там, блядь, уже окраины. Окраины. Военные камеры стоят. Шлем. А все уже, да, он маленький. Все, я уже все оббегал, блядь. Мы уже все оббегали. Вот и окраина, блядь. Олеги Иванович, чакал? Да. Ну окей. Чё, типа, не слышно? Не. Не, аккуратней, сука. Бля, там какой-то скид. Да, он просто, может, не вошел, может, он шарит, что конкретно тут есть, блядь, типа, лук и всё. Блядь, нас слышал, хуй знает. Что? Может, нас слышал, как мы Серегу пиздили. Может, он вышел по этому. Такой есть. Тут Элис бэкпэк пропустил. Или он уже после тебя отспаунился, не знаю. Скорее, после меня. Бля, смотри, и собаку посмотрели, и Серегу ёбнули, и, блядь, крабика видели. Заебись. Заебись. Может, еще аирдроп, блядь, сюда ёбнется? Было бы здорово. Да, о, нихуя я нашел. Падал сюда в прошлый раз. Я М200 нашел. Ты там в супермаркет, что ли, ебашишь? Нет. Или что это? Да я в домик забежал, там, короче, деревянный ящик. Я еще один контракт на зомбаков взял. С контрактов, я так понимаю, в основном патроны дают и опыт. Я, может быть. Да, да. Да, да, я. Чего я, наверное, блядь, сейчас это в электроводочную зайду еще. Хули, тут уже больше нечего делать. Газолайн. Надо уезжать отсюда. Знаешь, куда надо уезжать? В Калливуд Хиллз. Нет. Пиздюли, за тобой зомбак бежит за спиной, блядь, брат. А, все, он на меня переагрелся. Нееет, Вилсон, мой литерводочный. Че пиздить-то, яблочко. Блять, помидорчик. Бананчики. Шлем. Ничего. Блять, винтовка, опять Крюгер. Бендеджес. Бендеджес. Да я говорю, что-то вот этот Павел. Че-то Павел, не Павел. Ну хотя бы собаку посмотрели, слушай. Ну, она же там это типа сказали, что он там в местах спавнится. Ну мне кажется, мы богато полутали в этом доме, где типок был. Там видел, блядь, сколько, блядь, больших контейнеров, там, блядь, пушки всякие. Слушай, патрончики. Ну,
Видишь, а чем... ничего. Видишь, в чем прикол, да? Что не факт, что он это все один облог. Ну да, может быть, эти пара какая меня ёбнула. Может, что-то облутали до него. До него еще, блядь, понимаешь? С него облутали, под ним да? Облутали. Вот так, что, блядь, мужчина. Чё, а тут да, что, я отсюда вижу все, блядь. Тут мотели мы были. Мы везде были. Все, я сейчас вон по последней. Смысла, блядь, уже не вижу никакого. Что? А? Кого? Как выкинуть? Бизон выкинуть. Не, я говорю, что. У меня анаконда есть. Как Томми Версетти. Чё, пойдем тогда нас в автобус на остановку, с какой приехали? Да, сейчас, погоди. Последнее здание угодно. Мне кажется, здесь может что-то быть. Нормал быстро. СВД. Это что-то. Анти-вехикл баррикад. Хуя вот себе. Я противотанковый ёжик нашел. Да, блядь, здесь. Ты не найдёшь. Здесь есть танк? Где его взять? Шо, танк есть? Шо, танк? Шайтанк. Так, а где? А где у нас остановочка? Да вон откуда приехали, в конце улицы, по идее. Не знаю, только, блядь, как туда выйти. Здесь, блядь, наверное, не попущу. Выйду тут? Нихуя, я тут не выйду. Эх! Давай. Лёшка, беги. Придется. Бля, страшно пульку-то словить. Что, очко что? Человек, блядь, нет, а? Очко уж, да. Ты придумал, куда мы поедем? Да хуй знает. Чё здесь еще на карте интересненько? Есть еще Вест Окс. Тоже новый лока. И там еще аэродроп рядом. Вот там точно пизды получим. Уилфилд. А, я помню, это Уилфилд. Вест Окс. Рядышком, да. Мне кажется, оттуда можно будет даже пешком дойти до города потом. Да, тоже. Вон, да. На боковую, на крайнюю, которая самая правая точка. Мне кажется, на нее надо прыгать. Только, мне кажется, блядь, перед этим надо сохраниться, блядь. А я так прям сыгану. У меня, в принципе, не брони, блядь, НВГ херовый. У меня только рюкзак неплохой и снайпа. Маузер. Нет. Маузер, блядь, нахуй. Маузер. Ну, у меня ТМ-200. У тебя ТМ-200, да. ТМ-200, а я уже остановку, по-моему, вижу. Сейчас просто... Там вон, и тебя и меня. Там же зомбак сидит? Да, там зомбак сидит. Майн. Блю. Я буду пеховым. У нас как триатлон, блять, в GTA 5. Что? Значит, сам подставной. У меня бег заканчивается. Кто? Бег заканчивается. Всё, я первый. Я поехал. Нихуя, 27 тысяч. Да ты чего не? 60 штук, то чтобы на север города добраться. Бля, что такое автобус дорогой? А ты на какую остановку поедешь? На правую, которая там справа. Там одна сверху, снизу и справа. Вот я на правую поехал. Проведливо. Ебать, тут уже кто-то рычит нахуй. Я прям на тут остановка и прям рядом палатки. Хуя себе, это же золотая жила. Чё, самая правая? Да. О, тут Томпсон лежит, иди возьми, чтобы у тебя тоже был. Сейчас, я поехал. Не, я сейчас поеду, это... Да ебать, а это кто заорал сейчас? Вот и я не знаю, тут кто-то орёт, блядь.
похож на креветку, блядь. Ой, блядь. Что за хромированный? Сори, хромированный недоделанный хаммер. Почему хромированный-то, блядь? Зеленый весь какой-то непонятный. Не у меня. Не он хромированный. ОС компакт, пулемет. А что это за новое оружие? А, Масада какая-то. Не, Масада вроде старая, она просто редко попадается. Да, тебе, кстати, если нужны станаговские патрончики, из нее вытащить можешь. А то бегаете без патронов. Так, короче, я выскочу сейчас, ну, просто сохраню. Кстати, тут такая же ебала, кстати. Сейчас, погоди. Ветряные мельницы. Погоди. Да я-то погодю. Только если ёбнуть, что делать? Не знаю. Так, аирдроп забрали. Больше не предвидится. Так, я так понимаю, тут тоже должен быть Серега. О, здравствуйте. Что там? Да ничего, я тут. А ты не разобрал, кто там орёт? Я пока никого не встретил. Но по идее здесь знак восклицания, восклицательный знак, то есть здесь, наверное, Серега. А так как крик был необычный, то может быть это, бля, черный Серега? Может быть. Чернега. Это, бля, вот Чернега я хуй знает, чем убивать. У меня вроде патроны есть, но их не так дохуя. Хотя они вроде дохуя. Только где его убивать? Чё, бля, через забор не перепрыгивай нихуя. Да иди твою. Давай как в КС-очке, блядь. Прыгнул, присел. О, смог, блядь. Ваншот, ванкил, блядь. Да? Ну, в меня, в принципе, так и будет, наверное. У меня нет ни хера. Ни брони, ничего. Рюкзак только. Нормальный. Пошли этого козла, блядь. Посмотрим. Козлину? Козлину? Угу. Ну, в центре, наверное, где-то стоит. Бля, ебать, страшный скрип. Пойдем. Насколько бегает, кстати, нет. Я тебе пригвоздки. Пойдем смотреть. Сабрина. Велман. Куда ты идешь смотреть, блядь? Серега, я в центре города. Бля, я иду смотреть просто оттуда, откуда я его слышал. Расскажешь потом. Ну, Серегу я пока, блядь, тут нигде не вижу. Я слышу, что он орал. Какой-то ликер водочный. Ну, блядь, пошли посмотрим. Ну, куда ты идешь? Я не вообще ничего не слышу, ни шумов, ничего. Я слышу. Опять грибов нажрался, блядь, как мармок в том видосе. Когда к нему всякие эти, блядь, приходили. А чё за, я не помню, чё за игра была? Green Hell. Вот раз даже обзорчик мутил на него. По прохождению пока так не сделали. Ты? Я. А чё, грибов не нажрался? Нет, грибов я там особо... Бля, маска пиздатая, тебе отдам. Ты любишь такое говно. Слышь, тут в ликероводочном платиновая дверь, блядь, стоит. Деревянная клавиатура, отсутствует ключ. Чего, блядь? Иди сюда, блядь. Здесь, походу, не, блядь. Здесь дверь как в сейф, и нужен какой-то ключ. Ты, походу, не я грибов обожрался, блядь. Сука, пошел ты. А я, кажется, понял. До меня дошло. Что ты понял?
Походу надо убить черного, блять, чтобы получить этот ключ. Возможно, да. Как тебе, блядь, тут найти? Я вот сколько бегаю, я ничего не слышу и не вижу. Блять, ну я слышал, он там, короче, он в тех палатках. Пошли. Пойдем, пойдем. О. Сейчас мы убьем его, блядь, заберем. Бля, нам только надо найти позицию, с какой мы будем его убивать. Не ссы, главное, в процессе пойдем. Он здесь где-то, там. Какой-то маячок красненький, блядь. Зомбачок это лежат. Где-то он тут, короче. Сука. Плановая территория. Как плановую территорию, блядь, захватить? Вы можете захватывать территорию по смене флага, когда они уязываются. Что я не понял, но очень интересно. Так, я здесь выйду? Выйду. Бля, где он нахуй? Ну давай, где твой Серега? Че, не знаю. Бля, он рычал, я его услышал. Когда ты только вошел, я тоже, когда сюда приехал, слышал рык. И все. Вообще здесь хотя бы даже Серега должен быть, по идее. Потому что здесь есть, я так понимаю, где восклицательные знаки, там есть Сереги. Или нет? Блять, а где же? Плановая территория. Даже обозначения нет. Блять, вообще мы убежали от центра. Блять, мы должны пойти найти Серегу. Прям вот должны. Серега! Где, блядь? О, нихуя себе, смех умышлял. Мне бы, блядь, броню найти. Блядь, в каком-то говне. Аирдроп has been dropped. Где наш аирдроп? Где аирдроп? Аирдроп наверху, он там где-то был. Блядь, вообще в какой-то пизде. Бля, а где Серега-то, я понял. Броня. Слушай, тут Серёги даже не пахнет. Мне кажется, он где-то в центре должен быть. У ликёра водочного, думаешь? Где ты? Пошли его искать, короче. Я, блядь, ищем не Серёгу. Выйду пока. Пока Серёгу пока. Не ёбнешь. Может, он так же у мотеля, как и, ну, типа, тот? Нет? Хозе. Ну, должен быть как бы. Мотель в центре города. Логично предположить, что в свете последних событий консенсус, блять, каких-то там действий. Не, я уже не помню, помнишь, там это херню всякую нес на алкофесте у старшого. Олда на месте. Ростов не понравился. Бля, да не может быть такого. Да Серега, бля, должен, короче... блядь, ну Серега должен. Да просто не, я его слышал даже. Здесь, блядь, какой-то ключ нужен, чтобы, блядь, открыть сейф. Ну, я подозреваю, что так как, как бы, рык был достаточно странный, серого, но что-то общее есть. Мне кажется, надо просто его замочить, типа, и будет тебе ключ. Не? Блядь, не знаю, не знаю. Вот может, я может территорию, блядь, клановую захватить надо. Стой. Вот. Что? Мне кажется, я слышал, как вот он по груди себя долбит, что-то такое было. Бля, я не слышал. Может, вот здесь где-то? Бля, да не знаю, не-не, мы ж там... Бля, не, может мне показалось, но может нет. Хозе, 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 да. Хозец, я вот не знаю, где его искать, где тут пидрило искать. Черный. Ну мне кажется, это черный все же. Хозе, хозе. Хозе. Бля, вообще, по идее, он должен быть на этой парковке. Хозе, хозе, хозе. Ой. Блин, ну, у меня есть, ну ладно.
Блять, не очень-то и хотелось. Ну, он должен быть в центре карты, я считаю. Ну. Ну, МВГ нашел. На баскетбольной площадке его нету и не слышно. Ну вот мы его в палатках слышали. Я когда сюда приехал, слышал один единственный рык и все, и потом больше я ничего не слышал. Ни рыков, ни криков, ни... Не, я услышал потом, когда бежал вот там. Вот где ты сейчас бежишь, я вот там слышал. Может, блядь, еще кто-то приехал? Здесь остановка-то есть? Есть остановка. Пошли в мотель, пошли в мотель. Вон, я вижу мотель, может, он там. Выносливость сдохла. А где ты там видел? А, да, вижу. Дверь? В натуре. Я вижу дверь. Блять. Пошли быстрее, пока не стемнело. А, нет, это обычный, стой. Я думаю, это Серега идет. Может, он, бля, в лесу стоит, не знаю. Да не. Ну, я тоже думаю, что бред. Пойду в мотеле посмотрю. Интересно, что, блять, под этой дверью? Что вот двери интересно, может. Или правда с Сереги надо выбивать, или может с обычных зомбаков? Не, мне кажется. Или клановая территория, может там клан что-то хранит, деньги забирает. Клановая территория тут не просто так, для красоты. Ну, мне кажется, не что-то просто. Любас что-то гребут. Ну, бля, ну хуже. И здесь, короче, мотель. Ой. И здесь никого нет. Нет, никого. Что-то в прошлом городе, мне кажется, интереснее даже было, блядь. Чем здесь. Ну, слушай, здесь свои приколюхи какие-то. Не знаю, там хотя бы дом многоэтажный. Здесь даже такого. Че, ладно? Че, выходим? Да хз на самом деле. Антибиотик. Хули ты что делать? Согласен. А на прощание я скажу. Или не скажу, блядь, сказать-то не с чего. Черного мы будем искать. Ну, а вы, собственно... Серега, выходи! Я знаю, что ты здесь, ублюдок. Отчаянный молодой человек. А вон там чекал какой-то, да тоже здание непонятное. Не-не, я в принципе в теории я понял. Что? Я знаю, где может быть серый. Вот этот черный серый или так. Я знаю, где он. В городе. А сюда потом приходишь. Это, блядь, разрабы замутили, блядь, с этот. Как квест. Да. Тут ты берешь контракт на какого-нибудь серебряного. А там, оказывается, черный. Да. Короче, золотой какой-то появился тебе. Его убить надо будет. В конце тебе дадут, короче, золотой скин дождь? На Ханнибагер. Золотой дождь? Да. Все, я пошумел. Ну, Сереги я так и не нашел. Вижу остановочку. Вижу автобусы. Но только не Серега. А крабик-то там до сих пор тусит? Да, крабик, кстати, до сих пор тусит там. Уменьшит время возрождения. Но не, никаких признаков Сереги. Здесь есть, я знаю, где он. Если хочешь, мы можем сейчас опять прогрузиться, я тебе даже покажу. Да я и не выходил, блядь. Я еще тут бегаю, хуярю зомбаков. Сейчас смотри, ты далеко-то по это. Не уходи. Вот, я тебе покажу. ФЗ, бля, я на краю почти. Не-не, сейчас тебе покажу, короче. Ну, у меня есть догадки. Догадки. Косвенные, ну есть. А че у меня, кстати? А, мне сохранить-то не... А, не, у меня маузер есть. Окей, если не умру, засейвлю. Сейчас я тебе все покажу. Бля, ух ты, что-то такое себе. Во! Ебать, орёт нахуй. Вот я прям слышу. Бля, он орёт вообще вот здесь. Сука. Блять, тебе не кажется, вот что это заскриптовано? Думаешь, скрипт?
Ну смотри, ты слышишь, блядь, постоянно какие-то крики. Ну я тебе говорю, вот он орёт, как будто бы на парковке, вот на этой. Нахожусь на данный момент, прям вот как будто бы за ней. Ну смотри, ты появляешься на той же самой, этой самой, как это называется? На той же самой, этой самой, ну ты понял, да? Ну. На... этой... на остановке. Ну. Ну, я когда на остановку приехал, у меня тоже был рык. И каждый ну, ты слышишь я... этот рык только когда заходишь. Не факт, просто я тебе к тому говорю, что я слышал только когда ходил. Я вот сколько бегаю, здесь нет никого и ничего. Ну один раз вот что-то показалось, померещилось, блядь. Плановая территория есть. А что с флагом сделать? Можно сломать нахуй? Вон, я знаю, где он, короче, наверх. Сейчас посмотрим. Иди ко мне, пожалуйста, я просто не хочу туда идти. Да ладно, не ссы, тут нет никого. Бля, Лёш, ну, несерьёзно. Да я иду. Ты чё, очкошник? Там просто есть здание. Где? Что? Какое здание? Ты подойди сюда, я тебе расскажу. Чё ты там мельтешишь, блядь? Тебе уже пизды дают, что ли? Нет. А что должен? Ну, мало ли, да. А, я понял о чем-то. Вон туда наверх подняться надо, да? Ну. Да, да, кстати, да. Понял о чем. Вот ну, пойдем, может, хули. Ах, мы можем просто его слышать, как бы. И. Просто может за богов. Не, может скриптовано, но, бля, в том здании мы не были. Но оно, видишь, оно и на карте никак не отмечено. Ну да. Я просто его заметил, когда типа искал. Я увидел только, когда к тебе сейчас бежал, вижу там за холмами что-то. Не-не, я его увидел сразу. Ну, кстати, просто... если там никого не было, мы сейчас контейнер можем полутать. Как в предыдущем, то есть суть та же самая. Хочешь, я понял. Не знаю, только там Серега или... Так, стоп, мне надо стамину. Восстановить. Может там собачка сидит опять? Там куча зомбарей вижу. Собака там из двух патронов выносит. Как обычно зомбак. Так что можешь не париться. Вон собака слева. А, да, действительно. Смотри, раз, два, три. Все, нахуй упала. Да нет, вот еще одна. Опа! Блять, ёпты, ты чё, блять, не навесить глушак? У меня нет глушака. Да тут нет никого, был бы кто-то. Он еще, ой, еще собака. Ой, ебать, тут собак, ёпта. Охуеть, ёпта, бежит еще. Вон еще стоит. Охуеть. По-моему, новый спавнится и спавнится. Ебать. Это что за пиздец? Да не может такого быть, чтобы они каждый раз новые спавнили. Там еще новые. Да нет, нет. Вычищаем! Давай, входим, входим. Входим внутрь. Ну так потом. Блядь, мне кажется, тут что-то должно быть, короче, охуенное что-нибудь. Я тебе говорю, здесь было до хера всяких. Еще собака. Опять собака, где собака? Тут все контейнеры можно лутать. Ебать, контейнеры, слышь, давай лутаемся. Лутаем. Ебать, АКМ, столовка. АКМ, АКМ. Еще контейнер. Ну, короче, и что тут есть вообще? Я не ебу. Здесь просто много пушек. О, М200, АМР, нихуя, 200. Охуеть. Это ты? Да это я. Охуеть. Этот этаж оставляю тебе, иду на следующий. Там в комнату в конце. О, Rare Key, я нашел. Слышь, чё? Нашел. Кого? Пошли, блять, в ликерно. Сейчас, не, надо долутаться, давай, короче, выскочить. Давай, долутаемся. Я нашел Rare Key, короче. Ебать, мы сейчас с тобой серию. Кого нашел? Да ключ нашел от той хуйни. А.
Окей. Тебя это не интригует? Не. Че, прикалываешься, что ли? Охуеть. Вот куда нам надо было. Видишь, чуйка меня внутренняя. Ебать. А, я, кстати, чё? Тоже нашел Рейр Кир. Рейр Кир Кей. О, я думал, он один. Ладно. Может, он не один? Рюкзачок нашел знатный. О, у, кемпинг бэкпэк. Нихуя себе. Я нашел кемпинг бэкпэк. Кемпинг? Кемпинг. Ну, туристический. Погоди, стой, 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 стой. Я нашел адвенчер. Давай, дай я посмотрю на кемпинг. Вон, этот ящик твой, мой последний. О, суки, дрожок, блядь. О, не, нормально, тут heavy armor был. О, все, мне больше ничего не надо. Все, выходим, сохраняемся, короче. И да не, пошли идем. Сразу, пойдем сразу, сходим. Не-не-не, сразу не пойду, чувак. А я пойду, мне похуй. Он ты один, кстати, пропустил. Иди. Не, я не упустил. Я сохранил. А, нет, ты даже не один пропустил. Что? Ты, блядь, сразу на крышу бежал. Ты что-то, блядь, сколько я тут? В нескольких комнатах уже несколько упаковок нашел. Не, я все, что мне нужно было, я забрал. Мне просто не нужно было АКМ и всякие штуки. Ух, нихуя себе, мы тут это, блядь, с тобой прям залутались, прям здорово. Не? Хз, хз. Шо? Все подряд собираю. М? Я еще лутаю. Ну все подряд, нет смысла. Знаю, калаши всякие прикольненькие. Приятненькие. Так, все, я это. Захожу обратно. Да, пошли, да. Короче, эту хуйню. Ликер-водочную. Блин, интересно, ебать, тарверки. Это точно оно вообще? Ну, по идее, должно быть оно. Да ведь? Да. Понятно, все похуй. Чё? Пизда. Только не говори, что там максирован открыт. Нет, ну тут, блядь, были еще охранники. А, и новые. Хороший дроп. Дмитрий Приглов. Да погоди, ты нахуй Приглов, блядь, мне тут пострелушки. У меня такое ощущение, что мы вот с этой стороны не заходили, а здесь еще что-то лежит. Да? Не-не. Ебать! Три снайпы! И кемпинг-бэкпэк. Братан, ты там это, иди и не останавливайся. Бля, кайф. Окей, я доволен. Я не пойду сохраняться. Ты не забывай, кто тебе... Кто тебе это место показал, кто его заметил? Да-да. Да-да, пошел нахуй, да? Да-да. Шаришь. Блять, реально, вот я опять сейчас слышу черного. Вот этого большого здания. Блять, тоже там услышишь звуки. Что? Мне кажется, это скрипт на местность. Когда ты пробегаешь в этой местности, блять, скрипт выдает звук. Вот я сейчас мимо побегу, я сейчас тоже услышу. Ну, может быть. Ну ты без меня-то не открывай, блять. Долго бегаешь. Педрила. Вот я тебя так же ждать буду, сука. Вот, я сейчас мимо бегу, блядь, сейчас тоже будет этот звук, блядь. О. Тебе не, нужен у меня один? Никто не рычит, кстати. Заебись. Не открывается. Ну правильно, нехуй. Просто нехуй. Без меня открывается. Блять, странно. Жел. Может быть из двух один делает? А, ну понятно. Нужен типа common key сюда. А у нас с тобой рейрки. А рейрки куда тогда?
Значит, какое-то другое место. Ну-ка, блядь. Вот, я тебе говорю, вот, не могу я. Да, надо так же. Блядь, отсутствует интересно. Common key, да. Ну, скинь свой ключ. У меня есть кое-что... Ну, идеи есть, короче, но я не уверен, this что оно работает. Can be used to open special doors that give you access to special locked room. Короче, да, это не то, блядь. На, держи, твой. Да, чё мне? Ну, будет на всякий случай. Будет. Пусть будет. У тебя один, у меня один. Жалко, конечно. Жалко, жалко, да. Тебе нужно лежать? Взять, я тебя обосрал. Что? На. О, спасибо. У меня, правда, походный. Надо поменять. Ну, блядь, а Элис бэкпэк на всякий случай тоже. Бля, походный. А, короче, самый лучший, я так понимаю, это походный адвенчер. Потому что у меня подобрал бы кемпинг, а он мне не поменялся даже. Я пушек до хера насобирал. Так, еще у меня такой скин есть, выкидываем. Шикардон же, да? Такой скин у меня есть. Тоже выкидываем. И снайпух я дохуя насобирал.